началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Мы продолжаем играть в Лего Бэтмен за видеогейм. Продолжаем проходить эту игру на 100%. У нас второй эпизод и пятая, последняя глава. Арктический мир. У нас тут всего лишь один бонус. Стартуем. Вернусь уже у первого бонуса, а точнее это будет заложник. Да, вот сейчас точно спойлер. Тогда я просто ошибся немножко. Вот так вот. Так, бежим к заложнику. Он у нас находится вот тут вот. Нам нужен мистер Фриз или Джокер, ну или тот, кто у нас может гонять под водой. Точнее, по вот этой жиже зеленой. Так, освобождаем заложника. 22-й заложник осталось чуть-чуть. Идем дальше. Ну и для бонуса нам понадобится как раз таки в этой же локации, да, вот здесь, где мы спасали заложника, нам понадобится собрать 26, точнее 25 красно-зелено-желтых деталей. Они вот прям вот тут и были, в принципе, далеко бегать не надо, просто все ломайте и добывайте. Пихаем их вот сюда. И нам создается... Я даже не знаю, что это. Так. А, нужно рыбок ловить. Синюю в синюю. Красную в красную. Я понял, нужно там 5 и там 5. Так, ты не рыба. Долго, конечно, она спавнится. Ух ты, нифига себе, обман какая. А, у нас тут еще и красный блок. А, нет, у нас тут просто монетка. Тогда забираем красный блок и идем дальше. Для следующего бонуса нам понадобится Робин с ластами. Ломаем, значит, вот здесь вот. Опускаемся, жмакаем рычаг. Нам открывается вот это вот кафе-мороженое, да. И здесь у нас бонус. Идем дальше. Для следующего бонуса нам понадобится Робин с его присосками. Бежим к вот этим ледяным вратам. И поднимаемся вот здесь вот. Берем сильного персонажа. Выламываем вот эту вот дверь. Берем Джокера. Активируем. И берем Бэтмена, допустим. Так, ага, все, окей, идем дальше. Для следующего бонуса берем здесь Бэтмена с крыльями, потом со звукопушкой, ломаем стекло и забираем бонус. Идем дальше. Для следующего бонуса мы бежим вот сюда, ломаем здесь с помощью Бэтмена, ну или там пингвина, да, будку телефонную. И собираем для сильного персонажа. Потом берем сильного как раз таки персонажа. Отрываем. Ядовитого плеща берем. И нам открывается... Ой, нам не открывается. Я думал, сейчас дверь откроется, но нет. Ага, так, берем Бэтмена. Так. Я понял. Да блин. Фига себе, у меня вот этот тоже два типа открыл, который второй персонаж. Да,
Блин, так идеально. Стоять, у меня... Ну, окей. Да, блин, куда меня бросает-то? Так, ладно, секунду. Все, короче, я собрал, тут нужно было за двух персонажей. Вот этот бонус. Идем дальше. Для следующего бонуса нам нужен будет Бэтмен. Так, сейчас Бэтмен с звукопушкой. Стреляем вот в это вот стекло. Опа, и к нам приплывает акула. У нас появляется бонус, идем дальше. Для следующего бонуса нам нужно пройти вот сюда. Взять потом сильного персонажа, вытащить вот эту вот стенку. И потом просто встать на кнопки. И нам откроется бонус. Идем дальше. Следующий бонус достать будет довольно-таки трудновато. И у вас всего лишь будет одна попытка. Встаем сюда и катимся. Так вот, нужно собрать ворота. Вот тут ворота. Потом... Блин, вот я вот все, я одни проморгал. И вот эти еще проморгал. Была лишь всего одна попытка. Ладно, я этот бонус чуть попозже соберу. Идем дальше. Следующий бонус у нас находится вот в речке. Берем Робина с ластами. Так, я немного переплыл. Вот он. И вот бонус. Идем дальше. И последний бонус у нас находится вот здесь вот. Берем мистера Фриза. Замораживаем здесь колонну. Тащим ее до рычага. Потом просто подпрыгиваем, активируем и взрываем, забираем. Так, ну выходим. Десятый бонус я чуть... ну, сейчас соберу и вернусь. Так, вечный множитель очков — это фигня. И, ну, я, конечно, не знаю, что он делает, но нам он... Мне он пока что не нужен. Монетки. И мы здесь собираем акулу, наверное, да? Или это тюлень? Или... Ну да, тюлень скорее. Ну ладно, ребят, сейчас я вернусь. Все, друзья, я собрал 10-й бонус. У нас 2 миллиарда. А, нет, все-таки это морж, да. Я хотел предположить, что это морж, но вот так вот. Все-таки, ну, сказал морской котик, да, тюлень. Так, ладно, ребята, я говорю, если вы здесь впервые, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн, всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока. Нам остался один эпизод.